песня написана вот как. Я узнал, что одного, я ехал через Дагестан. Я белорус, ехал из Астрахани через Дагестан. Ко мне подошли люди, подошел один человек и сказал: «Вы военный?» И я сказал: «Нет, я не военный». Он говорит: «Я знаю, что здесь русские, только военные». Ну, я говорю, я еду в гости, я из Белоруссии, ну и говорю, военным очень трудно жить по совести, потому что прикажут, и будешь делать то, что ты не хочешь. Ну, вот он так немножко удивился. Вот, в общем, я сказал, что я не военный. И у меня вот этот кулак, это у военных не бывает, этот вазелин. Он говорит: «Ты сидел?» Ну, в общем, разговорились. И он ушел. Буквально через пару суток я узнал, потому что я был в Владикавказе, что в таких случаях, если военный или там милиционер, то людей убивали. И вот через несколько времени, вот там в течение недели, погиб один парень. Он сам армянин по национальности. И они отдыхали, это было, наверное, года 4 назад, еще разрешено было отдыхать возле Эльбруса, там какие-то озера. И вот так пришли люди непонятные в камуфляже, без знаков отличия. И начали спрашивать, может, тут есть кто-то военный или милиционер, ну, как будто какая-то надобность. Ну, один вышел, говорит: «Я военный», другой говорит: «Я милиционер». А этот парень, армянин, вышел, говорит: «Я верующий», ну, он евангельски верующий. В чем дело? Ну, вот они, значит, застрелили военного и милиционера. Потом с этого парня отвели, полчаса с ним говорили, что ты за верующий, что, ну, что какая твоя вера и так далее. Ну, и тоже его застрелили. И я подумал, что я мог быть на этом месте, я тоже попадал в эту ситуацию, и подумал, что бы я говорил, или что можно было бы сказать в этой ситуации. И вот получилась такая песня. Мужчина, я думаю, это 10-й, наверное, год. 10-й. А я, считай, все время промолчал.